А давайте здесь пока присядем, а потом... Да, потом позвоним. Я еще никому не читал. Надеюсь на то, что когда-нибудь это будет получиться. Здесь, кстати, Тифани. Здесь, да, здесь очень... И вот это уже звучащая музыка, это уже камерная симфоническая музыка. Звон. Сияют звонницы пустые, в душе рождая плач и стон. Здесь все в движении и застыло, но спящий царь восстать готов. Обетование древних сила простерло над землей покров. Уж близок час к святой отчизне, где нас давно святые ждут, сойдет Господь в пурпурной ризе, вовеки воцарится тут. И отзываясь слову жизни, его и камни воспоют. Критон из Тии и Сиопит Логу. По безмолвию лучше слова. Но при этом он говорил это столь красноречиво, что понятно было, что и слова свое значение имеют, только настоящее. Вот, и всех вас поздравляю с Рождеством. Вот, и желаю, чтобы этот творческий союз креп и укреплялся духовно. И внешне, и духовно. Правильно. Спасибо. Вот просто маленький пример такой. Кто не публикует, потому что удобнее вот эти вот отсортированные вот эти вот тиражируемые бесконечно жития, прям благостно приглаженные. Я вам приведу такую, это может немножко из другой оперы. Я вот знаю хорошо Демианос, это... Лавра. Какое число сегодня? Сегодня у нас... Десятое. Девятое. Девятое января 1000...